четверг, по прогнозам синоптиков, дожди прекратятся, а столбики термометров вновь поднимутся до отметки в плюс 30. 26 июля в Сарове облачно с прояснениями. Утром плюс 19, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла, ночью плюс 22. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде переменная облачность. Утром плюс 20, днем столбики термометров поднимутся до плюс 29, ночью плюс 22. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 16, днем до 28 градусов тепла. Ночью плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.